कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। Еще один экзамен, и мы свободны. А где достать конспекты для голосов? Ты знаешь, я так волновалась. До свидания. А мне всегда Акеш, не что? Ну как дела? Отлично, а у тебя? Тоже. Ну до свидания. Пока. До свидания. Забудь конспекты, хорошо. До свидания. Простите. Простите, простите. Извините, пожалуйста. Поверьте, я очень сожалею. Но ведь ваше сожаление не сделает этот велосипед новым, а шарф целым. О, не беспокойтесь, я оплачу ремонт. Вы очень любезны. Макеш, что случилось? Да вот, авария. А, столкнулись с велосипедами. Да. Ну что ж, для начала неплохо. Желаю успеха. Как не стыдно. Юноши стали такими невоспитанными. О, да? Что случилось, Мина? Ничего особенного, столкнулись с велосипедами. Только ли велосипеды? И девушки, оказывается, ничуть не лучше. Не делайте поспешных выводов. Не все девушки одинаковы. Ну и вы тоже не заблуждайтесь. Не все юноши грубияны. Благодарю вас за разъяснение. Я отдам велосипед в почин. Не надо, я тороплюсь домой. Тогда я вас провожу. А, черт. Нагрузился, как осел. Вы далеко живете? Ну вот и пришли. Спасибо. Так значит, это ваш дом? Да. Разрешите, я отнесу велосипед в мастерскую. Не стоит. Вы потрудились и так достаточно. Благодарю. Ну, как хотите. До свидания. Бай-бай.
Мина! Мина! Что это? Ты сломала велосипед? Меня сшибли. Сшибли? Кто? А, какой-то человек. Мама! Подожди! Мама! 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 Мама, у Мины сломали велосипед. Да неужели? Я сам видел. Санд! Твоя дорогая племянница снова преподнесла нам подарок. Так, что же она сделала? Ну, выкладывай. Ты ей купил велосипед, а она его сломала. Что? Это и так не пройдет. Надо наказать. Ух, каждый день неприятности. Ты не девушка, а ураган. Где эта белогонщица? Там. Там? Да. Идем. Идем. Так где же она? Где? Вон там. Ага. Сломала велосипед, моя драгоценная. Ну, как это случилось? Как тебя угораздило? Я столкнулась с юношей, и он на меня налетел. Налетел? А, ну тогда. Ну тогда пожалей ее и купи ей новый. Ведь ее отец оставил для нее 20 тысяч рупий. Пока мы из них ничего не истратили, а собережем ей на приданое. Только бы нашелся хороший жених, я устрою свадьбу на свои деньги. А пока он не нашелся, я хочу спросить у тебя. Ты что, ослепла? Ну на тебя налетели, а ты куда смотрела? Не проходит дня, чтоб ты что-нибудь не натворила несчастная. Не кричите, голос потеряете. Господин, зачем вы так? С девочкой случилось несчастье, а вы даже не спросите. Может, она ушиблась. Что ее спрашивать? Вот она, целая и невредимая. А не веришь? Подойди к ней и спроси. Напрасно ты на меня сердишься, господин Санд. Когда ты был маленькой, я заботилась о твоем здоровье. А сейчас я прошу Всевышнего уберечь ее от несчастья. Ты испугалась, девочка. Ну, ничего. Ничего. Иди скорее в дом. Я тебя накормлю. Да, прошу внимания! Благодарю. Друзья, я вижу, вам понравилось наше представление. И вот теперь, когда концерт уже, можно сказать, завершен, я хочу предложить вам один сюрприз. В жизни бывают такие мгновения, которые оставляют в памяти глубокий след. И сегодня, желая доставить вам подобное удовольствие, мы решили устроить поэтическое соревнование. Тема этой поэтической импровизации – дружба и любовь. Отлично! Давайте лучше только любовь. Успокойтесь, господа, вы меня не так поняли. Это будет не любовь, а соревнование на тему любви. Юноши и девушки выразят свое отношение к этому вопросу. Юноши представляет мистер Махеш Капур. Не позорься, Махеш! Тихо, господа! Девушек представляет мисс Мина Косла. Мисс Мина и мистер Капур, прошу вас на сцену. Пожалуйста. Вот мы и снова столкнулись. Ну что ж, берегитесь. Вы тоже. Мисс Мина! Мистер Махеш! Мере пьяр ка Асра chahta hu tere pyar ka aasra chahta hu wafa kar raha hu wafa chahta hu tere pyar ka aasra Я хочу, чтобы твоя любовь меня в жизни поддерживала. Я храню тебе верность и хочу, чтобы ты была мне верна. Ты хочешь, чтобы красавицы клялись в верности?
Ты очень глуп, если ты этого хочешь. Молодец, Нина, здорово! Хорошее начало! Тере нарм балу ме таре сажа ке Тере шох кадмо ме калиям бича ке Мухаббат ка чхота са мандир бана ке Мухаббат ка чхота са мандир бана ке. Я твои косы украшу гирляндами звезд, усыплю твой путь лепестками роз. Я верю тебе и нежно люблю, я верю в верность и нежность твою. Не расстанусь с тобой никогда. Превосходно, Махеш, продолжай в том же духе, и ты победишь! Прежде чем отдать сердце, подумай. Для того, чтобы получить, приходится и терять. Ты просишь у людей разрешения поклоняться красоте. Ты очень глуп, если ты этого просишь. जिंदगी बिन सहारे बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे तुझे पास से долго мне придется жить в ожидании твоей любви. Я больше не могу смотреть на тебя издалека. Я верен твоей любви и хочу верности. Не сдавайся, Нина! Правда, молодец! Ты на верном пути! Мухаббатки душа манде, пари худай. Мухаббатки тахадир, ме хе джудай. Джо сунте нахи ха, дило ки дуай. Джо сунте нахи ха, дило ки дуай. Весь мир враг любви, разлука судьба любви. У тех, кто не слышит мольбу сердец, ты хочешь спросить обо мне. Ты очень глуп, если ты этого хочешь. इस तरफ मुस्कुराते मुझे से मुझे छीन लो पास आके मुझे से मुझे छीन लो पास आके कि मैं मौत से खेल приди отними меня у меня потому что я хочу беззаветной любви я верен тебе и хочу твоей верности. Да ты великий артист, Махеш, это просто феноменально! Продолжай, продолжай! Все обещания и клятвы лживы. Наша жизнь опутана сетью запретов. Ты хочешь разорвать эти сети? Как ты глуп, если ты этого хочешь. Нина, ты ослепительна! Белая девушка! Риваджоки парвана, расмо ка дар хе. Тери аанх ке, эсе лепе назар хе. रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है तेरी आंख के फैसले पे नजर है ब
बला से अगर रास्ता पुरखतर है बला से अगर रास्ता पुरखतर है मैं इस हाथ को Я не боюсь традиций и запретов. Жду только, чтоб твои глаза сказали «да». Что с того, что путь опасен? Я верен любви к тебе и хочу твоей верности. Доброе утро. Здравствуйте. Получите. До свидания. До свидания. Здравствуй, мой сын Махеш. Давно ты не даешь о себе знать. Я очень о тебе беспокоюсь. Вот уже почти месяц, как по моим подсчетам, должны кончиться у тебя экзамены, но ты мне о результатах ничего не сообщаешь, и я волнуюсь. Да поможет тебе Всевышний. Вот уже 3 недели я прикован к постели. Если хочешь застать меня в живых, приезжай. Неподражаемый старик. Не будучи больным, вы болеете, без употребления лекарств поправляетесь. Чудеса. Ну и времена. Современные молодые люди, как незнузданные кони. Об отце у них не болит душа. Понимаете, послал сыну телеграмму, что я при смерти, и никакого ответа. Хотите, я вам дам совет, Рубчанджи? Какой? Пошлите ему телеграмму, что вы уже умерли. Тогда он непременно приедет. Но это было бы жестоко. Я же все-таки отец. Я ему дал прекрасное образование и должен устроить его будущее. Ну, об этом можете не беспокоиться. Пришлите-ка вашего сына ко мне. Как только заявится, сразу пришлю. Удивляюсь, где он до сих пор пропадает. Какой он еще там экзамен сдает? Ешьте, ешьте. Спасибо. Я пурпурный цветок. Заколол тебе волосы, и глаза твои засияли от счастья. Я не знаю, как сказать тебе о своей любви. Ослеплен я, и голос мне не подчиняется. А ты хорошо знаешь это стихотворение. И многим ты прикалывал цветы. Сказать правду? Угу. Только одной девушке. Какой? Очень красивый. Как ее зовут? Сказать? Отдай! Отдай! Пусти! Сказать? Как хочешь! Мина! Ее зовут Мина! Мина!
Вива! Благодарю тебя, судьба. За что? За нашу встречу. А ты помнишь, как мы познакомились? Но что же будет потом? А потом ты мне скажешь. Наши дороги встретились, встретили сердца. Нам улыбнулось счастье, но судьба нас разлучила. Смотри, я не хочу, чтобы это было на самом деле. Молчишь? Какой чудесный день сегодня. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Дхадакне лаги дил ке таро ки дуния. Дхадакне лаги дил ке таро ки дуния. Джо тум мускура до. Джо тум мускура до. Савар жае хам बेकरारों की दुनिया संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो जो तुम मुस्कुरा दो आहा ला 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 आहा ला 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 ला. Желание сбывается. Сердце мерцает, мир звезд. Мир принадлежит нам, влюбленным. Если ты улыбаешься. Нет, если ты улыбаешься. Чотум мускурадо бахаре хасе. Ситарон ки уджили катаре хасе. Чотум мускурадо назаре хасе. Чоан дырпуно. जवां धड़कनों के इशारे हंसे धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया सवर जाए हम बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो जो तुम मुस्कुरा दो आहा ला 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 ला. Когда ты улыбаешься, смеется весна, смеются ожерелья звезд. Когда ты улыбаешься, радуется все вокруг, все, что говорит о твоей молодости. धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो ना ना जो तुम मुस्कुरा दो आहा ला 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 ला. Этот аромат неги в воздухе, это мерцающая глубина в твоих глазах. Закипают пьянящие потоки, в груди не умещается ураган. Если ты улыбаешься. Нет, нет, если ты улыбаешься. ये बोझल घटाएं बरसती हुई ये बेचैन रूहें तरसती हुई ये सांसों से शोले निकलती हुई बदन आँच खाकर पिघलती हुई बदन आँच खाकर पिघलती हुई धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया सबर जाए हम
बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो जो तुम मुस्कुरा दो Эти тяжелые тучи падают дождем, эти беспокойные души трепещут. Сердце извет пламя, и тело расплавляется в его огне. Когда ты улыбаешься. Нет-нет, когда ты улыбаешься. Или ужасную ошибку. Это грех. Ты права, Мина. Нам не надо было этого делать. Теперь мы оба в глазах света опозорены. Экзамены кончились 2 месяца назад, а сына еще до сих пор нет. Я ему пишу, хочу узнать, что с ним стряслось, а он ничего определенного не отвечает. Видно, мальчишка попал в беду. Напишу-ка ему еще раз. Здравствуй, Махеш. Недавно я встретил своего друга Райсахеба и говорил с ним по поводу твоей работы. Теперь все зависит только от тебя. Если ты ему понравишься, будешь жить как в раю. У тебя будет все. Хорошая работа, машина, коттедж. Так что, дорогой сын, как только получишь письмо, приезжай немедленно. Прекрасно. Машина, загородная вилла. О, да продлит Всевышний ваши дни, дорогой мой старик. А тут что-то еще. Предупреждаю, если ты не явишься, я сам к тебе приеду. О, зачем вам так утруждать себя, отец, когда я буду у вас первым же утренним поездом? Я верю тебе и нежно люблю. Я верю в верность и нежность твою. Не расстанусь с тобой никогда. Мина! А! Иди помоги мне. Иду, тетя. Мина, хорошо, что ты пришла, а я как раз хотел идти к тебе. Мина, что случилось? Махеш. Что? Ты собираешься уезжать? Я бы не хотел, но отец настаивает. Мне нужно устраиваться на работу. Приходится ехать. Что с тобой? Ты чем-то расстроена? У меня большое несчастье. Я просто не знаю, что мне делать. Ну, зачем так волноваться? С
Расскажи, что случилось? Случилось то, чего мы не ждали. У меня будет ребенок. Что ты сказала? Ты будешь матерью? Это невозможно. Что же теперь делать? Это ужасно, Мина. Женись на мне, Махеш. Пожалуйста, женись. Жениться? Да-да, я обязательно женюсь. У нас нет другого выхода. Мина, мне кажется, я смогу уговорить отца. Думаю, он согласится на нашу свадьбу. Ой, Махеш, если бы ты знал, как я волновалась. Тебе нельзя волноваться. Береги себя. Я вернусь через неделю. Как только приедешь, сразу же напиши, хорошо? Обязательно напишу. Отправлю письмо завтра же. Я буду тебя ждать, Махеш. Пройдет всего каких-нибудь несколько дней, и мы снова будем вместе. Почта! Больше ничего нет? Нет, госпожа. Девушка красивая, скромная, образованная. Я видел ее уже несколько раз. Она мне понравилась. И тебе тоже понравится. Ну, к чему такая спешка, отец? Сын, есть основания. Райсахеб здесь самый богатый человек. А она его единственная дочь. Райсахеб болен и может в любую минуту умереть. Так что чем скорее состоится свадьба, тем лучше. Отец, я не хочу и не могу на ней жениться. Прошу вас им отказать. Отказать? Ты, наверное, с ума сошел? Идиот, можешь на это не рассчитывать. Я твой отец, и я настаю на своем. Ничего, ничего, госпожа. Эй, Чапу, что? У велосипеда почтальона соскочила цепь. Идем посмотрим. Сейчас, группа, подожди меня. Сегодня праздник. Ты сдала экзамен. Вынимай деньги. На, смотри. Поздравляем, поздравляем нашу Мину. Поздравляем, поздравляем, поздравляем нашу Мину. Мина, не забудь меня угостить. Нашу Мину поздравляем. У нашей Мины самые высокие оценки. Разве я могу о тебе забыть, няня? Что с тобой, девочка? Тебя как будто не радуют твои успехи, а? Мне просто не здоровится. У меня болит голова. Тетя, ты пришла, чтобы похвастаться своими отметками? Ну, я уже знаю эту новость.
монетки. Можно я уеду на 2 дня? Конечно, поезжай. Ведь твой папочка оставил тебе 20 тысяч рупий. А мы за 20 лет к ним даже и не притронулись, ты же знаешь. Мне не нужны деньги, тетя. У меня есть несколько рупий. Но тогда чего ж ты от меня хочешь? Я ведь не билетная касса. Или, может быть, ты думаешь, что я поезд? Посажу тебя себе на голову и повезу. А, нет, что вы, тетя. Я пришла сказать, что уезжаю на свадьбу к подруге. Можешь отправляться на все 4 стороны. Меня это не интересует. Ты уже взрослая. Нужно ехать. Никто тебя не держит. Пожалуйста, скажите дяде, я вернусь послезавтра. Вот когда вернешься, тогда я ему и скажу. Может, завтра, может, послезавтра. А если совсем не вернешься, я вообще ничего не скажу. Выберите меня получше, прошу. Вот, вот это очень хорошее, смотрите. Пожалуйста, покупайте дыни. Извините, вы не знаете, где дом номер 5? Перейдете площадь, второй дом налево. Спасибо. Покупайте дыни, вкусные сладкие. Прекрасные, вкусные сладкие. Боже, ой, Махеш. Тере пьяр ка асра чахта. Я храню тебе верность и хочу, чтобы ты была мне верна. Сколько грехов совершается со словами о верности? Он обманул меня. Любовь принесла мне обман. Мое чувство растоптано. Люди осудят меня. Мне нанесен страшный удар. Моя любовь стала позором. То, что было любовью, стало грехом. Жизнь принесла мне горе. Жизнь принесла мне горе. Мое чувство растоптано.
चाहत के लिए जो रस्मों को चाहत के लिए जो रस्मों को ठुकरा के गुजरने वाले थे जो साथ ही जीने वाले थे और साथ ही मरने वाले थे Он обманул меня. Туфан ке хавале карке хаме. Жизнь принесла мне горе. Худ дур кинаре джа бэйте хам пьяр. Моё чувство растоптано. Моё чувство растоптано. Мое чувство растоптано. Ло, аж мери мажбур вафа. Я твои косы украшу гирляндами звезд. Я усыплю твой путь лепестками роз. Не расстанусь с тобой никогда. Тот, кто попирает обычаи, достоин смерти. Достоин смерти. Позор. 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 Ты вернулась ночью. О, ну что ж ты остановилась в дверях? Входи в дом, дай чемодан. Что случилось? А? Мина, ты ведь ездила на свадьбу подруги. Мина. Мина. Что ты сказала? Няня, свадьба состоялась. Свадьба состоялась. Почему ж ты плачешь? С тобой что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Ничего не случилось. Как это ничего? Я вижу, ты от меня что-то скрываешь. Вернулась ночью в тот же день. Ну, перестань плакать, успокойся. Скажи мне, кто тебя так обидел? Мина, откройся мне. Няня, этот человек обманул меня. Как обманул? Да. Да. Теперь у меня будет ребенок. А, какое горе. Будет ребенок. Кто он? Этот подлец. Кто он? Где живет этот негодяй? Дитя, идем туда. Отведи меня к нему. Я выпью его кровь. Я задушу его. А если хочешь душить, то задуши ее.
Это неблагодарное обесчестило мой дом. Нина, сейчас же убирайся. Вон отсюда. Мой господин. Няня, замолчи, заступница. Она опозорила мое доброе имя. Я ей все отдал. Относился к ней лучше, чем к своим детям. И вот эта девчонка меня отблаготворила. Да. Хоть бы ты провалилась сквозь землю, убирайся! Уходи из моего дома! Я не желаю тебя больше видеть! Ты мне противна, распутная девка! Чему ты научишь моих детей? Помните, господин, что вы делаете? Сгинь с моих глаз! Нет тебе прощения! Убирайся! Наказанным этого грешника, чтоб он и дальше мог творить зло, чтоб он мог радоваться жизни, для этого ты хочешь умереть. У меня нет другого выхода, няня. Забудь это, девочка. Все мужчины одинаковы, они обольщают женщину, а потом бросают ее. И сколько таких доверчивых, как ты, истерзав свою душу, нашли покой на дне моря. Ну, что мне делать? Что? Две двери захлопнулись передо мной. Мне страшно. Дверь моей хижины всегда для тебя открыта. Идем со мной, девочка. Ты будешь жить у меня. А когда появится ребенок, я пойду к этому негодяю и положу к его дверям плод его греха. Няня! Няня! Не плачь. Успокойся, он не стоит твоих слез. Ну, успокойся, идем. Почему ты стоишь? Садись, доченька. Я же говорила, будь осторожна, детка. Но ты не захотела послушаться старой няни. И вот совершила страшную, непоправимую ошибку. Облака, поет мне ветер, ожили мечты, и сердце мое трепещет от радости. Мехки хуе, бехки хуе, маст назари, никри хуе, бикри хуе, ранг ки дари. Бехки хуе, мост назари, никри хуе.
बिखरे हुए रंग के धारे आज गगन हो के मगन हमको बुलाए झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए ओ झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए ओ Плывет наша лодочка, скользит по волнам, и лодочник поет веселую песню. रवा है छोटी सी कश्ती, हवाओं के रुख पर, नदी के साज के मल्लाह गीत गाता है तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से ओ मेरी शरीर निगाहों में झूल जा Возьми мою жизнь, возлюбленный. Она принадлежит тебе. Твой взгляд пьянит меня. В нем искрометность водопада. झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए Малти, тебе очень идет этот цветок. Правда? Угу. Я хочу спросить. Пожалуйста. Скажи, кому ты еще закалывал цветы? Была одна хорошая девушка, которая любила носить их в волосах. Кто она была? Вот ты обиделась. Нисколько. Скажи, как ее звали? Ее звали Малти. Лгунишка. Хочешь услышать одну приятную новость? Ну, скажи. Знаешь, у нас скоро будет ребенок. Это правда, Малти? Иди ко мне. Ну, не плачь. Ах, ты мой сыночек. Малышка ты мой.
Поздравляю, у вас родился сын. Спасибо, сестра. Благодарю тебя, Всевышний, благодарю. Поздравляю. Ну что, я же говорил, что будет мальчик, так и вышло. Астролог предсказывал девочку. Он ошибся. Даже по соседству у нас не рождаются девочки. И невест для наших сыновей мы берем в других кварталах. Понимаете, дорогой Райсахеп, нашему семейству присущи усы. У нас рождаются одни мальчики. У прадеда родился сын мой дед. У моего деда родился сын мой отец. У моего отца родился сын, это я. У меня родился Махеш. У Махеша тоже сын. И если Всевышний захочет, у нас в роду и дальше будут одни мальчики. Идемте. Райсахеп, такие радостные события случаются не каждый день. Надо бы отпраздновать. Согласен. Эй, Лаган, Маган, Чаган, Лакшми, куда вы все запропастились? Угостите всех соседей сладостями и пожертвуйте беднякам и факирам деньги и платья. Только условимся, это благотворительность за ваш счет. Да-да. Не забудьте также все подготовить для праздничных танцев и пения. А пение и танцы, это уже за ваш счет, дорогой Рубчанзи. Я не собираюсь с вами торговаться. Труд хорошеньких танцовщиц я сам с удовольствием оплачу. Я не могу сказать, плод ли ты моей любви или ошибка моей жизни. Но я не могу вынести, что ты будешь страдать за грехи других. Позор будет расти вместе с тобой. Слышишь, мое сердце исторгает стон, оскорблено мое материнское чувство. Твой путь будет покрыт терниями. Твоя жизнь будет очень тяжелой. Покажет тебе поддержку в этом мире горя и слез. Если тебя спросят, кто твой отец, что ты ответишь? Тебя спросят, какой волной тебя выбросило, ты ответишь волной греха.
सीता हुआ पाप कहेगा है पाप कहेगा Пока ты будешь жить, твоим уделом будет позор. Сегодня я кормлю тебя молоком, завтра ты будешь пить яд. Я видел, как она упала. Когда я подбежал, она была уже мертвая. Няня, и ты от меня ушла. Никого теперь не осталось. Няня, как же мне жить, няня? Нина? Я вижу, ты не забыл меня. Это не имеет никакого значения. Я женился. Я знаю об этом. Так зачем же ты пришла? Пришла, чтобы вернуть тебе твой подарок. Он мне не нужен. Возьми. Ребенок? Да, ребенок. Твой ребенок, плод твоего греха. Ну и ты имела к этому отношение. Да, имела. Но в этот омут ты меня толкнул. Ты сама виновата. Надо было думать раньше. Ты не маленькая, взрослый человек. О, если бы ты прежде произносил эти разумные слова, мне не пришлось бы столько страдать. Ты мне клялся в верности, без конца твердил о любви. И я поверила, что ты говоришь правду. Но ты мне дал лживое обещание. Ты обманул меня, говоря о любви, ты протянул мне руку обмана. Тебя никто не обманывал. Ты сама этого хотела. И теперь ты оскорбляешь меня. Что ж, должно быть, я заслужила. Но по чьей вине? По чьей вине я стала такой? Не я один виноват. Ну, хорошо. Но почему я одна расплачиваюсь? На, возьми. Нет, нет, это невозможно. У меня есть жена, общественное положение. Он меня обесчестит. А мне, ты считаешь, он прибавит чести? И мне тоже хочется, чтобы меня уважали. Мне хочется быть счастливой. А пока я как прокаженная должна избегать людей. Делай все, что тебе захочется, но за этого ребенка я не несу ответственность. Мне он тоже не нужен, и я от него отказываюсь. Вот и прекрасно. Выброси его. Вот как? Куда выбросить? Куда хочешь. Мне безразлично. А мне не безразлично. Я его не выброшу. Я буду ходить с ним повсюду и кричать, смотрите, это сын Махеша Капура. Никто не поверит. У тебя нет доказательств. Что ж мне делать?
делай все, что тебе захочется. Я за этого ребенка не несу ответственности. Он меня обесчестит. А мне ты считаешь, он прибавит чести? Я буду ходить с ним повсюду и кричать. Смотрите, это сын Махеша Капура. Никто не поверит. У тебя нет доказательств. Выбрось его. Выбрось его. Выбрось. Не зови меня. Зови отца. Это он хочет, чтобы ты умер. Умри. Умри, раз ты никому не нужен. Дающий жизнь уготовил ему смерть, а несущий смерть дарит ему жизнь. Неисповедимы твои пути, Аллах. Эй, послушайте, чей это ребенок? Кто потерял ребенка? Есть здесь кто-нибудь? Кто бросил ребенка, люди? Люди!